Oh, shit. Here we go again. Небольшой пролог до начала серии. Разработчики CD Projekt Red извинились за русскую озвучку и обещают исправить это в следующем патче. Теперь Настя Ивлеева будет озвучивать дешманскую проститутку-суицидницу, а LJ транссексуального кибер-гниду без сосков. Астрологи объявили неделю Сайберпанка. С вами да Сейнт, мы продолжаем играть в Cyberpunk 2077. Это тысячу лет назад было, когда людей еще хоронили по-человечески. Мы с вами приехали с Джеки, будем общаться с высшей лигой. Друзья Декстера Дешона мы, детка. Мы друзья Декстера Дешона, он ждет нас. Эй, Декс, а тут двое на входе, говорят они к тебе. Да? Ладно. Здорово, Эмерик. Сказал, все нормально? Еще занят. Возьмите себе пока что-нибудь выпить. Спасибо, дорогой. Мы и так собирались в Ехо. Вот оно. Найс. Afterlife, неплохо. Сердце Night City бьется прямо в этих стенах. Слышишь? Ты представляешь? Сьюзан Форест, Бо-Бо, может даже Морган Блэкхенд сидели на этих стульях. И спали на этой самой стойке. Сейчас, секунду, тут можно сказать кое-кому привет. 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 Садитесь, я сейчас подойду. Ну давай. А красненькое это что такое? А ну в будку, сука! Чё, блядь? Слышь, будка. Я тебе сейчас расскажу, кто тут прав, кто нет. Будка ебучая. Такая наглая тварь. Все, наша очередь. Как тебе тут, Джеки? Норм? Эй, видишь эту бабулю? Какую бабулю? Это бестия. Лучший фиксер в Найт-Сити. А разве не Декс лучший? Бестия раздавала заказы, когда Декс еще пешком под стол ходил. Это ее клуб. Что будете? Выбери за меня. Ты заказывай. Две текилы Old Fashion с каплей сервеса и чили. То есть два Джонни и Сильверхенда. Точно, чика. Кое-кто сделал всю домашку. А мою сожрала собака. У нас традиция. Называем напитки в честь завсегдатаев. Интересно, что нужно сделать, чтобы в твою честь назвали коктейль? Отдать концы. Так, чтобы весь город о тебе говорил. Желательно на задание. Неплохо. Херасе, какая красивая традиция. Выпить за Night City за то, чтобы мы разбогатели за ограбление века. Высоковатая. Блять, да почему? Все равно почему оно наверх перемоталось? Так тебя хотя бы запомнят. Давай за ограбление века. За выход в высшую лигу. Вот за это я выпью. Кстати, меня зовут Джеки Уэллс. Хочешь, свой рецепт продиктую? Давай. 100 граммов водки со льдом, сок лайма, имбирное пиво и, главное, капельку любви. Окей, я запомню. Вы вроде как новая находка Декса. Есть такое. Выполняем его заказ. Мистер Дешон вас ждет. Тихо, господи, испугал меня. Думаешь, откуда появляется репутация у наемников? Сейчас подойдем, сейчас подойдем. Тебя никто не знает. Кстати, про Декса. Он часто заходит? На самом деле он уходил, так сказать, в отпуск. Мы его 2 года не видели. Старый кот гуляет сам по себе, да? Ну, не знаю, где он там гулял, но пару кило точно скинул. Может, туда просто пиццу не доставляли? Окей. Ни блин. Пуха, ни пера. К черту. К черту. Слышь, Блейд, ты меня испугал нахуй, так подкрался сзади. Идемте. Музяка прям огнище. Ох, какая жесткая, как мне нравится. Здорово, слышь, в будку пойдешь? Меньше. Качаешься? Ну ладно. Я тоже боксирую. А ты что-то экзотическое практикуешь? Кэмпо? Ниндзюцу? Ага. А меня бы уложил? Как думаешь? Сюда. Степинча типа. Сейчас уложу, да? Блейд, давай, открывай.
Давай, бывай, Сникерс. Что? Взять. Да, Эксельсиор. Конечно, наличными, как всегда. Счастливо. А, вот и мистер Ви. Ну что? Взять костюм Милитеха. Вся семья в сборе. Первая встреча в реале. А что с болтом? Ну-ка, давай заценим. Положить болта в чемодан. Давай. Ну ладно. Чувствуйте. Мне присесть можно? Спасибо. Хорошая комнатка. Звукоизолированная. Джеки. Нет-нет, мистер Уэллс прав. Мы будем обсуждать деликатные темы. Но если вы не против, я сначала задам один вопрос мистеру Ви. Давай. Как твоя встреча с Эвелин Паркер? Хорошо, я посмотрел на Кампеки Плаза изнутри. Неплохо, но она хочет тебя кинуть. Не, мы не будем пока говорить, что она хочет кинуть. Хорошо, я бы сказал. Погулял по Кампеки Плаза, по местам, которые она засняла на Брейн Данс. Да, Бак ввела меня в курс дела. Значит, ты знаешь, кто наша цель. Главный наследник Императора. Юринобу Арасака. Да, парень с фамилией на миллионы и без возможности ими владеть. Близкий друг Эвелин Паркер. Так вы просто познакомились или было что-то еще? С ней что-то не то. Давайте так, можно нам так сказать? Честно говоря, эта Паркер показалась мне странной. Что-то с ней не так. В один вечер она пьет шампанское с Юринобу, а в другой уже братается со всеми в Лизис. Одно с другим не сходится. Я тоже заметила. Мы все тут можем сложить 2 и 2. И если выходит 5, значит, что-то от нас ускользает. Вот для этого и нужен фиксер. Если кто-то захочет вас поиметь, на его пути окажется мой каменный зад. Что-то еще? О, Декс, ты как будто знаешь... У меня такое ощущение, что они на самом деле проверяют так меня, что вот это Эвелин Паркер с Дексом договорились, типа, проверить. Да погоди, я думаю, что сказать! Давай так. Было кое-что еще. Паркер предложила мне сделку. Какую сделку? Она сказала, что мы можем обойтись без тебя и поделить кассу пополам. Что? Обойтись без посредника? Вот дает деваха. С клиентами всегда одно и то же. Спасибо, что рассказал мне об этом. Доверие мистер Ви – дело такое. Без него не бывает долгого и плодотворного сотрудничества. Спасибо, в карман не положишь. Одной благодарности будет мало, учитывая, сколько предложила Эвелин. Ви все как есть, говорит Декс. Можете не волноваться, мы к этому еще вернемся. Ты не злишься? Я думал, ты будешь беситься как черт. Я слишком долго живу в Найт-Сити, чтобы нервничать каждый раз, когда меня хотят кинуть. Паркер такая не первая и уж наверняка не последняя. Ладно, давай к делу. Я на самом деле тоже думал, что он будет более вспыльчивый насчет этого вопроса. Может, перейдем к делу? Ты придумал план, Декс? Да. Давай, рассказывай. Взять чип, давай посмотрим. Ладно. Давай посмотрим. Мы с Дексом уже подготовили всю операцию. Сложность будет ниже некуда. Ну, раз так говоришь... Мне нужны подробности. Деламейн высаживает вас у главного входа в Кампеки Плаза. Входите по фальшивым удостоверениям. Бак помогает вам взломать внутреннюю сеть отеля. Вернее, я и Болт. И, наконец, вы проникаете в пентхаус Еринобу и забираете биочип. Так просто? И все это по-тихому, с минимальными жертвами. А лучше вообще без них. Но что-то пойдет не по плану, Тибак, да? Будет на связи на всякий случай. А теперь ваши вопросы. Какое прикрытие? Расскажи о фальшивых документах. Какая у нас история? Привет, Рамон Викторина. А ты Хьюго Конуэлл.
Рамон? Допустим. И какая у нас легенда? Вы продавцы оружия. У вас переговоры с Арасакой. Если спросят, вы встречаетесь с представителем их оборонного отдела Хаджиме Таки. Еще вопросы? Да, у меня много вопросов. Как мы пройдем в пентхаус? Как нам попасть в пентхаус? У Йоринобу почти нет охраны. Сложность только в системе безопасности. Чтобы ее отключить, нужно устранить резидента Кампеки. Это элитный раннер, который мониторит сеть отелей круглые сутки. Проблема в том, что комнату резидента можно открыть только изнутри. Погоди, как же мы попадем в комнату, в которую нельзя попасть? Поверь, какая бы проблема у нас ни возникла, Тибак найдет для нее решение. Тут как раз в игру вступает Болт. Вам надо запустить его в вентиляцию, провести куда нужно и заставить резидента немного отдохнуть. Болта придется оставить с ним. Зато я смогу расстелить перед вами ковровую дорожку прямо в пентхаус. Еще okay. Вопросы? Да-да-да. Деламейн повезет нас туда и обратно. Мы едем Деламейном? Это же лучшее такси в Найт-Сити. Надо маль. Дэшон всегда работает только с лучшими. Деламейн никогда не подводит. Кому нужны мерзкие таксисты, если безупречный скин может с комфортом довести тебя из пункта А в пункт Б? И кто б знал, как он каждый год обновляет лицензию? Если все пойдет по плану, Деламейн привезет вас сюда. Если возникнут проблемы, он поедет на явку. Это куда? В мотель Ноутел. Тихое место, вопросов не задают. Там придумаем новый план, но я уверен, что это не понадобится. Еще вопросы? Больше нет, в принципе, вариантов. Я узнал все, что хотел. Вот и славно. У меня вопрос. Когда обсудим то, ради чего мы это затеяли? Давайте обсудим сейчас. Новички всегда получают у меня 30%, но я готов сделать исключение. За твою честность, Ви, я выделю вам целых 40%. Та предлагала 50, но зато мы не будем подставлять Дэшона, который потом, возможно, нам в жопу вскроет... Мистер Ви? Да-да-да, меня это устраивает. Вот это уже получше. Так-то, детка. И последнее. В Кампеке нельзя проносить оружие. Вас не пустят через рамки. Оу. Стволы придется оставить в тачке, а болт упаковать в чемодан. А его не просветят? Я достал вам нормальный шмот. Переоденьтесь. Чидо! Спасибо. Не хочу торопить события, но когда ждать Эдди? Все зависит от мисс Паркер, но думаю, через неделю. Максимум две. А нам что делать эти две недели? Питаться воздухом? Сидеть тихо и не высовываться. Арасака будет на страже. Один чувак сказал, что жизнь есть пир. Глупо уходить голодным, но глупо и нажраться. Карета ждет снаружи. Че, мы уже готовы ехать так быстро? Я тоже сваливаю. Надо подготовиться, пока есть время до операции. Окей. Если остались вопросы, задавайте сейчас. Как тебе план? Что думаешь про это дело? Ну, я надеюсь после него купить себе виллу на Крите и послать киберпространство ко всем херам. Пришлешь мне? Хороший план. Ничего личного, но я хочу сжечь за собой все мосты и начать заново. Давайте вот так. Спасибо, что помогла с мусорщиками. Парой мясников меньше, уже хорошо. Мэрия нас еще благодарить должна. С Дексом давно знакома. Ты давно знакома с Дексом? А что? Ну, знаешь, народ на улицах разное говорит. Все, что мы слышим, это мнение, а не факт. Марк Аврелий сказал. Хуя ты... ты тоже философ. Завернула как мысль. Удивительно, что Декс тебя любит. Вроде нет вопросов. Ну, за работу. Ну, давай. Встать ну, можно. Ну, что, ты готов ехать? Поехали. Поехали. Чего ждать-то? Как чего? Богатство. Ой, сейчас будет налет какой-то и будет какая-то жопа. Что-то пойдет не по плану, чувствую. Вас приветствует сервис Деламейн. Здравствуйте. Оставьте все проблемы за дверью нашего такси. Ёб твою мать. Очень на это надеюсь, Чумба.
Не вижу повода употреблять ненормативные... А, ты даже понимаешь, что мы говорим? Да? А помнишь, как я хотел тебя нанять на мальчишник моего двоюродного брата? К сожалению, мы не принимаем такие заказы. Я 3 месяца бабки собирал. Мотель Ноутел. Доломен, боевой режим включен, автопилот включен. Перед началом поездки необходима идентификация личности пассажиров. Пожалуйста, подключитесь через личный порт. Подключиться. Окей. Спасибо. Активирован пакет Excelsior. Excelsior? Дело набирает обороты. Что такое Excelsior? Excelsior. Это пакет услуг, разработанный для наших премиум клиентов. Ага, лучшее качество за ваши деньги. Смотри. Доломен, давай боевой режим. Прошу прощения, но в данный момент вашей жизни ничто не угрожает. Ну ладно. Но вообще он хоть армию Арасаки может выкосить, если понадобится. Да ладно. Боевой режим вообще разрешен? Разумеется, во 2-й поправке Конституции. Во время поездки вы вправе пользоваться мной в том числе как оружием. Окей. А что еще включает Excelsior? Полное медицинское страхование, в том числе покрытие расходов на похороны в случае смерти пассажира в салоне. Блин, чё ты каркаешь-то раньше времени? Декс прямо расщедрился. Еще и целых 40% нам отвалил благодаря тебе. Обращайтесь. Excelsior. А что, что не так? Вот теперь я чувствую, что езжаю в высшую лигу. Это для тебя правда настолько важно? Что? Как-то дешево Декстер тебя купил. За шмотки и лимузин. Не знаю, Джек. Мне кажется, ты начинаешь терять свою стальную хватку. А мне кажется, что тебе внезапно захотелось до меня доебаться. Вот, давайте так лучше. На работе сосредоточься и не выебывайся. Просто перестань фантазировать и сосредоточься. Нам еще работать. Да я никогда в жизни не был таким сосредоточенным, блин. Я скажу, почему я так себя веду. Почему? Вся моя ебаная жизнь прошла на дне, Ви. И я туда не вернусь. Дай бог, чтобы все прошло хорошо. Тибак. Привет. Здорово. Как дела? Ведем дружеские беседы. Мы уже скоро будем в отеле. Я установила прямое соединение, чтобы вести вас через компеки. Ви позвонит Джеку, проверим синхронизацию, на всякий случай. Давайте. Ну? Шум какой-то. Скажи что-нибудь, Бак. Величайшие преступления совершают, стремясь к избытку, а не к предметам первой необходимости. Чего-чего? Это Аристотель. Связь, похоже, в норме. С тобой, да. С твоим греческим другом не очень. Но мысль интересная. Поразмышляй об этом. Он херни не скажет. Ты как слышишь, Ви? Отлично слышу. Давай еще Аристотеля. Да пошли вы оба. Ну что, похоже, все работает? Да. Сэрами Хоркиси. Я на связи. Давай. Спасибо, что выбрали сервис Деломей. Да не за что. Не за что, Фантомас. Я буду ждать вашего возвращения. Сколько же я этого ждал? Сколько? А с оружием туда нельзя. Оставить надо. У меня больше, чем один пистолет. Хьюго. Вперед. Привет, Найт-Сити. У меня там пистолета 4 только с собой было. Погоди, я возьму болта. Погоди секунду, у меня что, прям реально снаряжение... Бать, нет снаряжения. Максдок. Максдок 3 штуки есть. Кибердека. Что такое кибердека? Кибердека. Милитех Паралайн. Ну ладно. Я там себя прокачать не могу? Не, не могу. Окей, погнали. Добавлю новый контакт Деломейн. Жди нас тут, слышь? Фантомас, блять. Жди нас тут. Набережная Арасаки. Новая зона.
Бак, мы приехали. Еще раз, бронь на твое имя. Рамон. У вас встреча с Хаджиме Таки, который представляет оборонный... Добро пожаловать в Кампеки. Здорово, здорово. Я помню. Добро пожаловать в Кампеки Плаза. Пожалуйста, проходите по одному. Договорились. Без проблем, брат. Сэр. Вот реально, этот сканер не просвечивает дрона? Не дрона, вот этого болта. Небольшая проблема. Какая? Вы можете объяснить, зачем вы принесли военную технику на территорию Кампеки Плаза? Мы торгуем оружием. Простите? Вы к Таки-сан, правильно? Да-да. Прошу простить за недоразумение. Можно мне пройти, да? Пожалуйста, дождитесь конца сканирования. Дожидаюсь. Все? Прошу. Спасибо. Здорово. Йокосо. Здравствуйте и добро пожаловать в Кампеки Плаза. Коничева. Мы хотели бы зарегистрироваться. Разумеется. Минутку. Рамон. Номер забронирован на имя... Викторино. Комната с двуспальной кроватью на одну ночь, верно? Си. Именно так. Замечательно. Позвольте, я уведомлю Таки-сан, что вы приехали. Это херово. Это не по плану. Быстро, Ви, отвлеки ее. Не надо, не беспокойтесь. Мы немного придем в себя и сами его уведомим. Извините, Таки-сан вас ждет? Я правильно да, понимаю? Да, конечно ждет, конечно ждет. Сеньорита, знаете, сколько нам пришлось лететь? 18 часов из Новой Барселоны. Плюс задержка у меня такие из-за того, что какой-то киберпсих взорвал себя у терминала. Да, просто кошмар. Конечно, я понимаю. Ваш номер, Лазурь, расположен на 42-м этаже. А можно номер, и цифру? Еще одна маленькая цифру формальность. Номера. Активируйте чип-идентификатор. Уступаю тебе, Хьюго. Ну давай. Нас не распознает как нас, как Ви. Все в порядке. Желаю вам приятного Спасибо. Пребывания в нашем отеле. Спасибо. Давай, пошли. Идем быстрее. Пошли, Рамон. Администратор Кампеки Плаза. Какая еще новая Барселона? Такая. Я мастер импровизации. Что скажешь, Хьюго? Уютный отельчик. Не то, что клоповник, куда нас поселили в Цюрихе. Ты выглядишь как идиот, хватит. Что не так-то? Я играю свою роль. Не, нормально, нормально, он говорится. Это что за самурай? Гражданский. Сука, все гражданские, пока нет никаких боевых суперсолдат. Ну пошли, пошли. Как-то он жестко с этими девчонками. Охранник. Добро пожаловать в Кампеки Плаза. Добро, добро. Коничева. В дни заказа столов нет. Можете выбрать любой свободный столик. Или можете сесть у стойки, если хотите. Надо будет привезти сюда мести, когда мы завершим сделку. Я туда загляну, если ты не против. Черт. Я с этим чемоданом как торговый агент на выезде. Пойду наверх. Давай. Зайти в бар отеля дополнительно. Чем могу помочь? С кем побазарить тут можно? А когда я говорю, что полетят головы, это ни хрена не фигура речи. Слушайте, может, вам уже хватит? Вы мешаете другим гостям. Да, ты мешаешь. Отлично! Их это тоже касается! Это по всем ударит! Опа, Кодзима! Хидеёси Асима. Это ж Кодзима, ебать! Кодзима! Привет! Че игры такие странные делаешь? Мне кажется, немного непримитивно, мы с моей токийской командой ищем способ передавать эмоции по-другому. Ладно, Кодзима.
Ты как? О чем ты там? Ладно, ладно, там что-то на своем. В этом ангаре 20 дайкани последней модели, 10 ящиков бронебойных снарядов и... О, какие тут все серьезные, какие занятые, господи Иисусе. Кого я еще, кроме Кодзимы, тут вижу? Я еще не летал на частных самолетах. Все было шикарно. Спасибо. Наверное, пришлось потратиться. Ты этого стоишь. Как ты себя чувствуешь? Отлично. Ты мне что-то положишь? На моей яхте будут все звезды Найт-Сити. Босс, Мане, две миниатюры Баски, классика в общем. Короче, тут какие-то зажиточные ребята. Да, неправда, не пугал я себя. Господи, и что будет с галереей? Можно мне заказать что-то? Привет. А, вот с тобой. Добрый вечер. Привет. Привет. Здорово, здорово. Что тебе налить, малыш? Ты всегда такой простой? Ты всегда такой простой. Конечно. Питал это с молоком матери. 50% протеина, а остальное чистое высокооктановое топливо. Что? У нее в волосах были пыль и ветер, так сказать. Она была из Альдекальдо, а потом стали падать бомбы. На прощание она сказала: «Будь с собой, Дэвид, куда бы ты ни поехал». Пока что я сел здесь, но про ее слова не забыл. Охуительная история. Охуительная история. Жалко, что неправда. Все мы иногда говорим неправду. Ты тоже, малыш. Что-нибудь принести? Может быть, воды? Что у тебя есть? А что у вас есть? Сейчас. Что у тебя есть? Для здоровья что-то есть? Понижает скорость передвижения. Абсинт, Абидос классика, Абидос царский размер, Брозер эльф, Масси... Мотопанк, утоление жажды, которое увеличивает запас выносливости. Это я куплю. Спанки-манки, выносливость, соевый коктейль молочный. Не, а кстати, блин, надо взять. Чтоб был Сенсон Тоточтин, Папа Гарсен, Одикин, Мотопанк без кофеина. Утагава, Шато де Лен. Одну Шато де Лен 2012 года, пожалуйста, за 30 баксов. Спасибо. Все, встретимся. Давай. Чтобы он не слишком спалил, что это не только алкоголь. Беру не только алкоголь. А это что такое висит в воздухе? Мобила чья-то? Нормально. Арт-объект. В смысле? Вызвать лифт отключено, писалось. Что за странная вещь. Доехать до 42 этажа. Погнали! О, как красиво! Вдоль каменной стены с какими-то папоротниками летим. Довольно быстро, уже 10 метров осталось. Здорово. Конищева. Аккуратно, надо быть аккуратными. Надежда Тюрина. Михаил Акулов. Это лазурь, да? Нам сказали номер лазурь. У, какой комфортный! Мне нравится. Хороший выбор, Бак.
Даже жалко, что нам сейчас уходить. Я не для тебя ее выбирала. Отсюда ближе к резиденту и серверам. Си-си, мякварду. Запускайте болта и ищите вход в вентиляцию. Сейчас запустим все. Должно быть просто. Простота требует большого мастерства. А это кто? Марк Аврелий? Аристотель? О нет, на сей раз это я. А где вентиляция? Запусти сканер и посмотри. Голопроектор. Телевизор. Решетка вентиляции. Супер. Джеки, болт готов? Готов. У какой? Невидимый, ебать. Побежал. Ты справишься сам или мне взять управление? Справно, заряд 100%. Опа, можно подобрать. Мерда, застрял, гаденыш. Запонки. Будете стоять и смотреть? Переключитесь на ручное управление. Ви, возьми у Джеки контрольный чип. Сейчас, секунду. Подключи Кироши к системе наблюдения, чтобы вести бота. Сейчас я подключу, да, я прочитаю про здание Кампеки Плаза. Кампеки Плаза – роскошь, красота, доверие. Кампеки Плаза – это больше, чем отель. Это идея, воплощая которую мы приспосабливаем реальность к ожиданиям клиентов самым утонченным вкусом. В нашем предложении вы найдете 420 эксклюзивных апартаментов, 20 конференц-залов, 14 прекрасно оборудованных бассейнов, лучшие бары и рестораны. Но прежде всего, то, чего нельзя измерить простыми числами – роскошь, красоту и доверие. Профессиональное обслуживание… Сбился. Профессиональное обслуживание удовлетворит самые изысканные потребности и желания наших гостей, поэтому пребывание в Кампеки Плаза станет для вас неповторимым событием, если речь идет об удобстве наших клиентов. Для нас нет невозможного. Откройте для себя новые измерения комфорта и насладитесь лучшим, что может предложить Night City. Давай. У них наблюдение по всему отелю. Даже в спальнях люксов, прикинь. И гостям норм? Ты не представляешь, чем люди жертвуют ради безопасности. Нам повезло, что Юри Нобу исключение. Пентхаус отключен от системы охраны. Да. Поехали. Переключаю тебя на вид с камеры. Если закружится голова, не пугайся. Воу, это кто такие там? Все, картинка есть. Нельзя просто взять и выйти его к другой шахте. Из домов, из офисов. Как его ввести? Аристотель выплатит компенсацию за досрочное прекращение каждого контракта. Как вести? Деньги тут ни при чем. Скоро же выборы. Как это повлияет на мой имидж? Люди подумают, что я не контролирую. Аккуратно, болт, ползи. Мой родной район. У какой здоровый. Это все, что мы можем вам обещать. О, ползет. Это все, что я могу вам обещать. Джон Лукас. Охранник Арасаки. Так, болт вошел. Переключаю тебя на новую камеру. Заместитель мэра Уолден. А как ты поняла, что это для тебя? Бак, есть проблема. Для милой уборщицы. А что еще? Простите, что прибавил работу. Тут уборщица стоит. Кровище было надо дырена. Ее отвлечь. Ну, хотя бы на чай оставить. Давай посмотрим, что там в сети. А мне сейчас гляну. Это блевотина и гандуны. Нет справедливости в этом. Телевизор. Что скажешь насчет телека? Скажу, ищи дальше. Голопроектор. Голопроектор. Нет? Думаешь, нет. Он свободен? Кто? У террариума панель управления. Вряд ли пригодится. Смотрит всегда так игриво. В террариуме есть контроллер температуры и воздуха. Юринобу Арасаку? Да, то, что надо. Такие, высылай туда болта. Договорились. Костюм у него крутой, но в душе он путешествует. Беги, малыш. Я бы согласилась с ним спать, даже если бы он об меня ноги вытирал. У какая ты? Нормально выпей, подумай, везде разводы. Кэт? Там что-то с террариумом. Бак, сработало.
Я еще не так попал. Ты знаешь, сколько эти твари стоят? Вперед. Спасибо, потом скажешь. Побежали. Побежали, малыш. Какой красавец. Хитрый, по стелсу все проходит. Так, а тут где я? Где это я? Побежали. Побежали, 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 болт. Такой паучок удобный. Я думал, им нужно будет прям в АСД управлять. А тут просто команду ему даешь. Посоветоваться с Тибак. Окей. Резидент сидит прямо за дверью. Пускай болт откроет замок. Охранник Кампеки Плаза. Что-то у него не выходит. Черт. Должен быть другой вход. Погоди. За дверью есть еще камера, но она выключена. Ага. Включить? Да, поищи, где точка доступа к системе. Договорились. Скорее всего, в компьютере. Нет? Вот тут? Вот тут? Нашел разъем порт. Системы наблюдения. Так, теперь подключи болта. Договорились. Чтобы переключаться между двумя камерами, нажимайте 3-1. Теперь переключись на другую камеру. Вижу резидента. Все по плану. Странно, что у них тут всего один раннер. Хороший резидент заменяет 10 посредственных. Что делаем дальше? Нейтрализуем его, подключая к нему болта. Я сейчас пришлю к тебе демона. Ретро-сленг не спрашивай. Окей. А этот резидент нас не поймает? Мы подрежем его прямо в кресле. Он даже сука сказать не успеет. Ну как скажешь. Даже если бы ты туда на танке вкатился, он бы не заметил. Для нашего мира он мертв. Только сначала нужно запустить туда болта. Найти путь для болта с помощью сканера. Похоже, шахта идет через обе комнаты. Сейчас посмотрим. Теперь переключись на другую камеру. Ну я понял, понял. Шахта. Кажется, я нашел проход. Отправь туда болта, а потом переключись на другую камеру. Давай. Ой, красавец мой маленький бежит там. Паучок. Ты идешь? Молодчик какой! И подключай болта к креслу. Отправить болта. Давай, 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 ползи, ползи, дорогой. Ешь его! Ешь его! Кусай! О, попался! Демоны, это круто! Болт остается тут? Будет смотреть за резидентом. Хожу в основную сеть Кампеки. Можешь выйти из системы. Договорились. Как выйти? Ага, автоматически. Ну ты как? Ничего. Помехи. Голова кружится просто. Бак, сколько у тебя это займет? Бак, ты здесь? Да, да, я здесь. Короче, слушайте, лед толще, чем я ожидала. Пробивать придется пару часов. Чего? Пару часов? А быстрее никак нельзя. Хочешь, чтобы у меня мозг расплавился? Сиди, наслаждайся своим шикарным номером. Спасибо, так и сделаю. Ви, у нас передышка. Отдохни пока. Договорились. А новые, доступны новые заказы, репутация поднялась. У нас, я так понимаю, и уровень новый. Так. Уровень новый, уровень новый, уровень новый. Реакция, сила, интеллект, хладнокровие. Хладнокровие, думаю, нужно вкачать. Секунду. Вот так. Раз. Невозмутимость. Что тут есть? Отдача оружия уменьшается на 2,5%. Обезвреживание врага вызывает невозмутимость на 10 секунд. Все виды сопротивления повышаются на 2,5% каждый раз, когда суммируется эффект невозмутимости. Хуйня какая-то. Затаившийся дракон. Вы можете обезвреживать с воздуха ничего не подозревающих врагов, не убивая их. Во время скрытного передвижения урон оружия с глушителем увеличивается. Дом тысячи стилета. Вы можете метать ножи, зажмите правую кнопку мыши, чтобы прицелиться. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы бросить нож. Какая-то хуйня, на самом деле, не хочу. По силе что? Грузоподъемность увеличивается на 60. Здоровье медленно восстанавливается в бой. Это надо. Все просто. Ну что, садимся, ждем.
Почему он отказался? Несколько часов спустя, собственно. А кто от чего отказался? Юринобу Арасака. От хорошей жизни. Это давно было, конечно. Просто подумалось. Как вообще так? У тебя все есть. Деньги, образование. Твой папа может щелкнуть пальцами и полмира превратиться в ядерную пустыню. И ты такой типа, да ну нахер. И все это бросаешь. Чтобы собрать банду. Стальные драконы, блин. Ты посылаешь семью. Прям так? Одеваешься в кожу и пару лет играешь в крестного отца. Зачем? Типа современные ронины? Может, он хотел бросить вызов системе? Так зачем он в нее вернулся? Ты не можешь убежать от системы, если система — это твоя семья. Белая ворона все равно ворона. Ну, вроде того. Неудивительно, что этот бунтарь вернулся обратно, прижав уши и с поджатым хвостом. Ха, турист несчастный. Помяни черта, он только что зашел в отель. Да ладно. И мы снова в игре. Сигналка в пентхаусе отключена. Перфекто. Погнали. Шоу начинается. Хе-хе-хе. Эй, Бак, а ты-то че, все время была на связи? 3.5 часа. Hello. Слушай, насчет воебонов. Чьих воебонов? Прости, я не так выразился. Знаю. Ну, заслужи мое прощение. Давай, дружище, пошли, пошли, пошли. Ты заходишь? Отлично. Что, 42-м? Мы на 42-м. Номер Тавернье. А чего вы все притихли-то? Тогда это... Анекдот хотите? Давай, рассказывай. Что? Ты серьезно? Да ладно. Вот, слушайте. Что говорят киберсвиньи? И что же? Они говорят хром-хром. Смешно, да? Боже правый. А, мы прям в его пентхаусе. Неплохо быть наследником самого императора. Да, это прям его хатка. Аж всяко лучше, блядь, чем сыном Рауля Уэллса. Ребята, внимание, 7. Только быстро. Давай. Эй, а что за спешка? Юринобу куда-то исчез. Что, растворился в воздухе? Он в какой-то мертвой зоне. Сейчас я его найду. А вы давайте работать. Давай, давай, он давай. Там, под полом. Ищите переключатель. Найти скрытый выключатель с помощью сканера. И где, блядь? Окей. Я типа нашел. Нажать на переключатель. А, он там. О, господи, как все сложно. Ты ж Еринобу придет, блядь, и пиздец устроит. Да нет, нет, нет времени. Ты смотри-ка, взять. Выдвигается. Иди сюда, Ви. Сейчас иду. Сейчас иду, 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 иду. Я залутаю только этого богатого хера. Юринобу оставил нам прощальный подарок. Это и пригодится. Конечно, что дальше? Так. Подключайся по личному, и я посмотрю. Ясно. Давай. Теперь ты, Бак. Да, сейчас. Ой, чувствую, сейчас плохо все будет. Ёбушки-воробушки! Бак. Не знаю, кто это, но на ноги подняли весь персонал. Человек 200, не меньше. Пиздоси. Не нравится мне это. Ты долго еще идти? Черт, Юринобу идет в пентхаус. Нахуй его! Открывай сейф! Почти готово. Есть. Давай, 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 давай. Дай-ка я посмотрю. Чип в порядке? Целостность биочипа 100%. Думаю, да. Все, уходим. Стоп,
Нельзя. Йори ногу сейчас войдет. Прячьтесь. Где? Большая колонна, туда. Да ты, блядь, шутишь? Нет, полезайте в нее. Да сука. Мы успели. Проблему это не решило, Ти. Я в курсе, что проблема не решилась. Пиздос. Дайте мне подумать. Блять, с супер-дроном. Это что, Адам Смешер? Охранник. Хуже. Легенда Найт-Сити. И репутация у него так себе. Что делаем? Ждем. Они уже здесь? Идут к вам с посадочной площадки. О ком они, блядь, говорят? Барк, кого там несет? О, нет. Только не это. Да ну на... Не может быть. Он сейчас продавать чип будет. Сабура Арасака? Император? Еще одна ебучая легенда. Тише. Вряд ли тут есть звукоизоляция. И шо, и шо? И шо, и шо? Все нормально? Вот ты ебаный. Тихо. Азуштюры. Арасака-сама. Мада будет чеку гауатеймасен. Ваташи но муску да. Рей на моно кайшу шимашо ка. Ваташи га яру. Идте гры. Они пришли за чипом тоже, походу. Пронесло. Вот этого робота хочу отсканировать. Если бы он нас увидел. Он не увидел. Помолчи, окей. Просто охуеть не встать. Да завали. Сабура Арасака. Тихо, тихо, тихо. Сейчас казнит сына, блядь, за предательство. Изганай то дему умуттанука. Сомо-сомо, оре но кото о ки ни шита кото нанка най даро. Анта но мондай тен ва соко да. Сега ва дживен чушин ни ма уваттеру то умуттеру. Гома да ё. Йоринобу. Дождь ты какой. Джики-джики не оре ни кутучеку ва джавасе. Тачима омой ширасеру тамека. Дэру куя утареру то ёку ю даро. Дживен но котоба джа нани мо енай но ка. さあこそ自分が何をしようとしたか分かっているのか。私たちの功績を野蛮人に渡すなど、私たちの未来を。俺たちの未来。俺たち。何かの間違いだろ。あんたは自分のことしか考えてない。そしてこの会社のことしか。 いつかこのような日が来ることは分かっていた。貴様はついに越えてはならない一線を越えたのだ。これまでお前の愚行には目をつぶってきた。だがそれもここまでだ。この裏切りだけは決して許せない。короче, сейчас сипуку сделает он сыну, походу. 息子の不甲斐ない姿を目の当たりにして心を痛めずに済んだのだからな。они не пробьют этот экран? Блин, я специально не зачитывал их фразы, хотел, чтобы вы насладились оригинальной озвучкой. Это очень круто. Он, блядь, батю убил, нихуя себе. Блядь. Ну, Йоринобу, ты прям ебанутый. Я думал, что батя его убьет. Ну все, ну пизда.
Ну? И что дальше? Может, ты съебешь отсюда? Юринобу? Я хочу. Хочу полностью заблокировать отель. Да ладно! По какой причине? Кто-то убил Сабуро Арасаку. Блокировка подтверждена. Да ладно. Внимание! В камбэке Плаза объявлен красный уровень опасности. Просим не покидать своих номеров и выполнять указания персонала. Охуенно. Дарекага. Дарекага, нидокомо. Толку. Сода. Юринобу-сан, шикаши. Такемура, омай но ошикото ва нанда? Нанно о ханаши десу. Данчунна шицумон да. Катаэро. Арасаке-ке но кача о маморо кото десу. Конго ва, мотто шиккари секини но атаси о... Бля, Юринобу ебанутый. Ой, какая же нам пизда! Отель заблокирован, мы с этим супер-чемоданчиком рядом с трупом Арасаки главного в комнате Арасаки младшего. Нам пиздец, Джеки. Джеки, нам пиздец! Что там у вас вообще творится? Юринобу, блядь, придушил Сабура. Что? Вот, блядь, собственного папашу. Ну что тут скажешь, сейчас будет не продохнуть от охраны. Ну еще бы. Ёб твою мать, это пиздец! Ви, потом будешь стоять размышлять. Сейчас надо давать по съебам. Мамонос! Бак, вытаскивай нас отсюда. Быстро! Секунду. Нет у нас секунды. Сука! Тебя облутать можно? Есть кое-что. Опа. Сабура, мать его, Арасаку убили. Я давно так не охуевал. Опа. Что еще можно залутать? В окно? Погнали, погнали, погнали. Открываю. Там есть лестница. Лестница. О, нет. Что? Нет, 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 вашу мать! Меня нашли! Бак! Блять. Санто Пендито. Ты больше нет. Блять! Высшая лига, да? Доволен, Джеки? У меня 9 патронов? Чего нахуй? Снаряжение. Это охуенно, что у меня есть какой-то пистолет Конга, но у меня всего 9 патриков. Охуенно. Что? Поспеши? Я отспешу. Все нормально, Джеки. Просто не смотри вниз. Бля. Как высоко-то? Бля, это травма? Если они за Сабура, то уже поздновато. Ёбаный в рот. Надеюсь, нас они не видели. Я тоже надеюсь. Ёбаный нахуй! Обнаружили нарушение протокола безопасности. Пора валить! Да реально пора валить! Ёбаный нахуй! Охуенно. Мы чип не разломали случайно там? Все хорошо с ним? Ну, черт! Да, сами еще живы. Бы немного. Его пробили. Пиздец. О, Мадрес. О, это херово. У тебя кровь, Джек. Джеки, ты ранен. Забей пока на меня. Проверь чип. Разгерметизация. Целостность чипа 94%. Он разрушается. Караху. Блять, хуёво. Нам, походу, не заплатят вообще. Звони, Паркер! Быстро! Чтобы рассказать про наш проёб? Звони давай. Давай, звоним, звоним. Ебать, какая она прикольная на превьюшке там. По всем каналам, что там у вас творится? Есть проблема. Криокейс повреждён. Целостность чипа... Джеки! 86! 86% и падает! Черт! Так, слушай внимательно. Вы можете сделать только одно. Давай, говори. Из вас надо вставить чип в нейроразъем. И что будет? Мне кажется, это опасно.
Чем дольше ждешь, тем больше риск все просрать. Но раз нет другого выхода... Ты что, сам себе вставишь этот чип? Че, ебанутый? Если он тебя убьет. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. А температура человека больше, чем нужно чипу. Ты как? Не знаю. Вроде бы ничего не поменялось. Когда вы вернетесь, мы вынем чип, просканируем и очистим мозг. Но сначала вы должны выбраться оттуда. Мы работаем над этим. Ебатушки-сратушки. Деламейн. Я встать-то могу вообще? Дел, мы будем через пару минут. Приготовься. Ясно? Разумеется, мистер Уэллс. Смотри, у меня, бля. Нам надо как-то дойти до фойе, оттуда спуститься на парковку. И лучше побыстрее. Фуф. О, Росси. Класс. Теперь уходим отсюда. Давайте на этом остановимся. Жесть, блядь. Я как знал, ну блин, это самый нормальный сценарный поворот, когда все идет не по плану и происходит какой-то пиздец. Будем выбираться из этого замечательного отеля Кампеки в следующем эпизоде. Жёстенькая серия выходит, но тем не менее интересно, чем все это закончится. Я благодарю вас за то, что вы посмотрели эту серию. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь также на телеграм-канал, ссылка на который будет в описании под роликом. Ставьте лайки, комментируйте. Увидимся в следующем эпизоде прохождения Cyberpunk 2077 и в других играх. Всех обнял.